Добрый день, дорогие друзья! В этом видео я покажу, как можно изменять дизайн магазина цифровых товаров. Много вопросов пишут на этот счет. Например, кто-то хочет продавать ключи активации, кто-то аккаунты, а кто-то вообще хочет софт продавать или книги. Поэтому есть необходимость изменять дизайн под вкус каждого заказчика, чтобы он мог настроить все, как ему больше нравится. Итак, в данном виде магазин у вас будет сразу же после установки, то есть это стандартный внешний вид магазина. Ну, естественно, товары сейчас заполнены другие, а вы заполнять свои товары будете самостоятельно. И давайте зайдем в панель управления, и я покажу, как обстоят дела с изменением дизайна. Итак, в админке есть вкладка «Внешний вид». Здесь мы переходим в «Настройки», и в левом углу у нас появляется меню, где мы можем изменять название, логотип, также favicon, который у вас отображается во вкладке. И в разделе «Цвета» у нас идет большой блок для изменения цветов сайта. Это позволяет вам настроить практически все, что вам необходимо, чтобы ваш сайт преобразился и имел такой вид, который вам нужен. А сейчас я не буду сильно сбивать настройки данного дизайна, но просто вот для примера, можно, например, изменить цвет с оранжевого на кнопке «Купить» на любой другой. И в таком духе вы можете изменить полностью все элементы сайта. Давайте найдем, здесь, как видите, подписано все. Можно пролистать, можно найти. Ну вот, например, товара нет в наличии. Давайте посмотрим, вот у нас товара нет в наличии. Нажимаем «Изменить цвет». Страница перезагрузилась, и мы видим сразу, что у нас цвет надписи изменяется на зеленый. Давайте изменим на другой цвет. Дальше идем. Цвет фона элемента «Скидка» в карточке товара. Для этого нам надо открыть любой товар со скидкой и посмотреть вот этот элемент. Мы можем, например, зеленым его тоже сделать. Ага, у нас после перезагрузки открывается с главной страницей. Поэтому сейчас как бы мы не можем наблюдать. Но настройки сохранятся, если мы нажмем «Сохранить и опубликовать», то этот элемент станет также зеленым. В принципе, давайте попробуем это сделать. Нажмем «Сохранить и опубликовать», перейдем в новую вкладку, чтобы это была не панель редактирования, а уже конкретная вкладка. Вот мы видим, сразу же стало зеленым. Так, я хочу вернуть цвет в прежний и нажмем «Сохранить». Цвет ссылки в футере при наведении, например. Вот мы видим. Вот он у нас настраивается. Цвет кнопок, цвет вкладок. Вот, да. Посмотрим. Вот это вкладки у нас. Изменяем цвет. И мы видим, что вкладки у нас стали зеленым цветом. Как вы видите, все очень легко и настроек очень много. Вот, например, белый фон у нас. Настройка цвета фона. Мы можем его изменить. И вот у нас появился уже другой фон. Сохранять не будем. И сейчас я покажу вам, как можно сильно изменить дизайн, как он будет выглядеть на клиентском сайте. Вот, к примеру, сайт, который был изменен по вкусу клиента. Он приобрел темный вид, очень интересный вид, особенности для игровой тематики сайта. Вот так легко можно изменять дизайн сайта по своему вкусу. Конечно же, отдельно можно установить дополнительные модули, которые еще расширят функционал. И если у вас есть какие-то идеи, то мы можем разработать другие какие-то модули, другие решения, которые вам необходимы, которых сейчас нет. Модули, которые имеются, вы можете посмотреть во вкладке «Модули для скрипта MyDesigner». И если вы хотите приобрести скрипт магазина цифровых товаров, то пишите мне ВКонтакте, либо по данным, которые указаны здесь в шапке, можно связаться через Telegram, Skype, ВКонтакте, по e-mail, по WhatsApp, как вам удобно. Установку мы выполняем в течение пару часов. Если у вас уже готов хостинг, домен уже привязан к хостингу, то, соответственно, установка займет около 30 минут, потому что сам процесс установки занимает мало времени, а вот настройка хостинга, привязка домена и его делегирование – это уже более долгий процесс.
Если вы хотите, вы можете самостоятельно это сделать, а установку мы уже сделаем за очень короткое время. На сайте вы можете посмотреть, какие есть версии, как мы работаем. Видеообзоры всех версий, которые сейчас есть в продаже, также и имеются. И детальное описание всех функций, которые есть в скрипте. Также на сайте есть видеоотзывы, отзывы в группе ВКонтакте и отзывы на самом сайте. Переходите, почитайте отзывы, ознакомьтесь. Если какие-то вопросы по созданию магазина цифровых товаров, пишите мне в личные сообщения, я всегда вам подскажу. На этом все, с вами был Владимир и канал My DigiSeller. Не забывайте подписаться и поставить лайк. Спасибо, пока!